о нашей прическе. Снялся более чем в 60 фильмах, многие из которых были успешными и кассовыми. Но свою коронную роль играет уже четверть века – спасителя мира, полицейского из «Крепкого орешка». Несмотря на специфику персонажей, к своему амплуа всегда относился с трезвой иронией. И сам же высмеивал стереотипы о себе. «Сделай мне 20 копий, сейчас!» «В шестом лотке нет бумаги». «Черт! Время – роскошь, которой у нас нет!» «Красная или синяя? Красная или синяя? Я не знаю, которая!» «Красная – это горячая вода, умник!» Не так